Ну, в прошлом видео мы тут столкнулись, значит, битва боярина Таису тут разбирали. Свады. Плайс тут, Раффорд, и кто там, Диглан, по-моему. Джейкоб. Да будем помогать, потому что вся, я смотрю, егерская рать мчится мимо. Куда-то бежит с вытаращенными глазами. Поможем Таисе атаковать. О, Таисы очень много пехоты. Конница нет, конница. Конница за мной. Все следуют за мной. Конница, значит, верхом. Конные стрелки верхом. Все за мной. Таисыны, короче, пошли. Там, ну-ка, не путайтесь под ногами. Догоняем Таисыны, потому что у него одна пехота. Послать вперед свою конницу, пока дойдет его пехота. Это будет, короче, несерьезно. Просто мою конницу, которая заспавнилась мало, перебьют. Поэтому нападать будем вместе с Таисой, с его пехотой. Свады тоже не торопятся в битву. Да, все в атаку. Чем-то нехорошим. Опять чем-то нехорошим меня ударили. Нет. У меня очень мало жизни осталось. Да я ж всем сказал вот так. Сказал в атаку им, они не послушались. Ну вообще-то у нас только 6 раненых. О, не-не-не-не, ребята, отстаньте от меня. Да что такое, я не могу попасть. Побалди. Хорошо, получилось хорошо. Сначала было плохо, но потом получилось хорошо. Мы побили. Значит, это самое. Так, тяжелый всадник. Людолов у нас убит. Да. Ну, Таисы. 10 убито, 13 ранено. Как их осталось? Да, ради бога, не жалко. Раффорд, да ладно, славно били, сидите. Ну, тут у него что тут? Тяжелые эти все. Арбалетчики, мечники. Рыцарей у него не было. В вещах у него только лишь. Остальное на продажу.
На. Собрать 13 из 22 вещей. Ну, в общем, мне надо в Рио один, чтобы продать эти вещи. На рыночную площадь трогаю с доспехами. О, господи, с этими вещами. Но все равно деньги есть деньги. Деньги нужны. Они очень пригодятся в дальнейшем. Так, в таверну. И продать пленных красивых, здоровенных. Ага. Несколько пленных, судийские сержанты, тяжелые всадники, тяжелые судийские, судийский мечник. И сейчас мы сможем нанять еще одного судийского рыцаря. Так, все, уходим. Говорим со судийским рыцарем. Платим 1000, и у нас остается 14 благородных гвардейцев. Это хорошо. Так, теперь, значит, вещи надо куда-то деть. Отряд. Кому мы там сбрасывали наши вещи? Наши вещи мы сбрасывали Лукасу. Говорим с Лукасом. На твое имущество, Лукас. У него еще есть куда сбросить, поэтому мы сбросим эти вещи. Важно. Лукас. Да, ну это надо будет все это, короче, все эти перетрубации, все это надо делать. Когда это будет? Вот у Стамара есть целых 5 свадийских рыцарей. Мы гонимся за ним. Просто тупо гонимся. Мы должны приблизиться к новой компании боярина Мериги. Так, мы заключили торговый договор. Боярин Ральша с отрядом присоединяется к битве на вашей стороне. Это не очень хорошо, ну ладно, потерпим. Угу. Ваша слава бежит, граф сдавайтесь, Стамар. Грязное ничтожество, ну как всегда. Да, давайте, конница, значит, верхом. Конные стрелки тоже верхом. Все. Бронированные секирщики есть. Что там Ральчик нам присоединил? Не помню, кто к нам уже присоединился. Судийский рыцарь убит. Авай. Ну почему плохо? Что он к нам присоединился? Потому что будут убивать рыцари. Стамар оглушенный мирой. Мира молодец, конечно, но все равно будешь ты отдыхать в Шаргизе. Мы возьмем Мательт. Вместо тебя мы возьмем Мательт. Хорошо ее вооружим, хорошо, все, чтобы Мательт было все. Ну, все, уже. Уже лошадь это самое, Тамарина лошадь уже без всадника. Собаки бешеные, надо получить. Матерь надо прокачивать, она уже 36 уровня, это нормально. И уже можно будет. Ну, использовать этим самым лордом, ну, значит,
надо, чтобы она очки оружия прокачала. Ты, зараза такая. Он там со спины. Он еще у меня успел раз ударить. Ну и тут еще один деляга какой-то со смечом. А? Да ты посмотри. Они мне сейчас как добьют больно. О, сейчас он меня забьет нахуй. Уходим. Все, забили. Твою мать. Да, ладно. Быстрая лошадь наша. Не успел я убежать со своей быстрой лошадью. Сержанты их там мечутся. Проскочили, сержант. Меткие арбалетчики, сержанты, свадийские тяжелые мечники. Жасмин оглушил свадийский тяжелый мечник. Победили, что мы там потеряли? Тяжелый всадник, два людолова, охотник за караванами, грабитель каравана убит. Ну ради бога, жалко, конечно, только людолова. Угу. Так, продолжить. Ну а тут опять свадийские тяжелые всадники. У него было 5 рыцарей, 5 всех убили. Готово, доступ к вещам. Нагрудники. Большой двухручник. Два копья. Ну, все остальное это уже 22 из 23 на продажу. У него тоже нету в Ральче этих самых рыцарей. Рыцарей просто тупо убили. Убили и все. В общем, я так понимаю, что мы выиграем войну у этих самых. Ну, не, ну они грабят деревню, вон, грабят. На рыночную площадь торгуют с доспехами. Угу. Все, у доспехов нету больше денег. Тяжелый, длинный, рыцарский. Все то же самое, ничего не меняется. Ну, может и меняется, но на то же самое все меняется. Так, на лошадей посмотрим. Чахлый, хромой. Вернуться, уйти. Лагерь. Не, зачем мне лагерь? Мне надо куда-то вещи сбрасывать уже эти. Вот. Угу. Отряд. Ну, все, Гайден, Лукас. Поговорим с Лукасом. На твое имущество, Лукас, поговорим. С твоим имуществом. Что делать с твоим имуществом, Лукас? Вот тут есть еще куда-то что-то положить. Два топора и копье. Свинину, значит, дадим. Вчерашнюю говядину. А это мы, короче, Айдену положим, если у него есть место. Есть у тебя место, Айден? Да, на один кусок говядины. Неважно. Дасун, поговори с Дасуном. У тебя имущество есть место, Дасун? Нет у него в имуществе никакого места.
поэтому мы еще и курятину туда дадим, пусть еще и курятину едят. Что-то аппетит у отряда слабенький, что плохо едят, переживают, наверное. Так, ну не знаю, да, еще надо продать же этих сам, а не в таверну и продать пленных. Пленных надо продать. Продадим пленных. Ага. Свадийских метких, свадийских сержантов, тяжелых мечников, тяжелых всадников и тяжелых пехотинцев. 500 000 на кармане. Уйти. И надо двигаться, наверное, к Ингарду. Так что они там грабят? Сколько их тут есть? Так, посмотрим, кто тут есть и сколько их. Их тут Диглана, значит, 220 человек, но у него 10 всадников, остальные все такое. Свадийские тяжелые пехотинцы и свадийские тяжелые мечники. Свадийских метких арбалетчиков 103. Ну, впрочем, не особо так. Значит, всадников 30. Пехотинцы, так, а тут у нас третья. Ну, я не буду, не хочу я в деревню. А там еще кто-то стоит. Не хочу просто в деревню. Зачем это? Ничего не получишь. Так, моя деревня, может. Так, Джошуа. 2 рыцаря. Сквайр, тяжелых всадников 33. Нормально, если пособирать, то у них будет уже, я, наверное, не знаю сколько, до сотни тяжелых всадников. Минимум 70-80. Можно ихнюю деревню пограбить. Зачем вообще-то? Еды у меня полно. Ну, поедем еще кого-нибудь поищем, поубиваем. Поедем сюда, дерим, посмотрим, что здесь. Дезертиры. А, это все те же свадийские застрельщики. Дерим, он сидит их. Тут риск, лайс. Пяток рыцарей всего-навсего. Надо бы отвезти, конечно, тут кое-что всадников, насмотрщиков, сокрушителей. Надо ли? Ну, поедем, съездим в Венгард, посмотрим, сколько у нас на самом деле есть баши. Управлять гарнизоном, и у нас здесь посмотрим. 4 баши, 2 атамана. И здесь есть тоже атаман и тоже есть баши. А ну возьмем атамана и посмотрим, что из него выйдет или не выйдет что-нибудь. Ну, по-моему, с него только очень хороший лучник выходит конный. Так, отряд. Атаман, поговорить. Расскажи мне о себе. Ну вот. Из него получается. У него обучение 6. У него верховая езда 6. Атлетика 6. Владение оружием. Мощный выстрел, мощный бросок, мощный удар. Железная кожа. Из атамана вполне может получиться очень даже хороший рыцарский всадник такой. Рыцарский. Всадник тяжелый. Так, готово.
И у нас здесь есть, значит, 5 баши, будем говорить, вместе, если взять. Так, управлять гарнизоном. Атамана мы оставим, возьмем здесь баши, возьмем. И этих 4 баши тоже возьмем. Так, все. Здесь, значит, пиратского шкипера отдадим. Суидийских конных наемников отдадим. Конный страж, конный воин. Вот конных воинов тоже отдадим. Ага. Ну, остальных всех надо забирать и, значит, ехать с ними. Тут еще сестры меча эти. Ну пусть пока сидят. Мы будем ехать, значит, сейчас к Шаризу, где будем создавать, значит, ну, сначала посмотрю всех своих ребяток, которые там. А, торговый договор с радоками, торговый договор с нордами. Значит, война будет немножко продолжаться. Я имею в виду с саранидами и со свадами. А, надо просто, я сейчас доеду до Шариза, посмотрю, что там. Как там выглядят мои ребятки, которых я, короче, сейчас это самое переодену, там кому что отдам, потому что есть это самое, надо бы и это оставлю и миру, и заберу, значит. Так, некоторые бойцы готовы к повышению. Так куда ты скачешь? И заберу Матильд, садник, насмотрщик. Не, ну это я не буду ничего повышать. Да, все, вот мы приехали. Куда мы приехали? Мы не туда приехали. Мы не туда ехали. Мы ехали в Шариз. Да, в Шариз. Будем управлять гарнизоном, где отдаем караульных и охранников каравана, значит. Плен здесь нет. У нас никого такого полезного в плену не сидит. Начнем отдавать вот этих. Вот сокрушитель рабов, надсмотрщик, садник, охотник, меткий лучник. Конных арбалетчиков тоже отдадим. Ну вот этих пока всех оставим. Что тут у нас есть? Вот тут у нас есть гвардеец личного круга. ...133 людолова. Возьмем троих, чтобы было 40. Хозяин каравана, Конер Бадешави, шкиперы. Так, кто у нас тут есть? Так, ага. Эмиру надо оставить, Эмиру. А так, Алаен. Ну, оставляем Эмиру. Так, Матильд забираем однозначно. Алаен. Елена. Алаена тоже заберем пока. Посмотрим, что там у него по статам получается. Елена. Готово. Уйти. Да и Елену тоже надо забрать, переодеть ее. Угу. Так, управлять гарнизоном. Елена. Готова. Уйти. Отряд. Баши, поговорим с ним. Так, возможно, ты не так послушай, я тебе дам. Благодарю за милость, господин. И у нас есть 5 баши. 5 баши, которые будут 5 тяжелых всадников, значит. У нас есть Матильд, у нас есть Алиен и есть Елена. У Елены хорошая лошадь, Матильд. Поговорим с Матильд. О твоих навыках, Матильд. Значит, пока мы ей дадим 15 силы на 36 уровня. 15 ловкости.
Ей бы надо было 17 ловкости, чтобы посадить ее на это самое, на хорошую лошадь. Ну, ей нужна и харизма, и интеллект. Да ладно, вот, дадим ей хорошую лошадь, то будут убивать постоянно. Так, и вот теперь у нас есть 15 очков, которые мы должны распределить. Значит, интеллект и харизму. Интеллекта нам хватит, наверное. Так, 22, нет. Вот так вот. И 19 харизмы. Вот так будет. И сразу мы добавляем лидерство. И сразу мы ей верховую езду 6 делаем. Владение оружием 6. Мощный удар 5. И железная кожа 5. Все. Мощный бросок. Тут такое уже дело. Обучение 2. Тактика как минимум 2. Лучше 4. Интеллект у нее 15. Значит 4. Поиск пути 4. Перевязка ран, это такое дело. Слежение, сбор трофеев. Угу. Ну пока что посмотрим. И значит одноручная. Сто 50 и древковая. Сколько сможем? Двухручная. Готово. Будем вооружение, снаряжение в походном арсенале. Значит, в походном арсенале мы ей смотрим, что там у нас в походном арсенале есть для метель. Для метель у нас там есть. Значит, лошадь по-любому вот она есть. Угу. А, тяжелый моргенштерн обязательно есть. Рукавички 12. Возьмем сапоги пока 35, не знаю, может 37 где есть. Угу. Что у нас еще для нее есть? А, нам не надо мужская, нам надо где-то женская броня была. Вот. Ладно, и доспех. А, саранитский щит ей дадим, стальной. Так, и у нас должно быть большое рыцарское копье. И у нас тут есть еще наручный рыцарский щит. Назад. Твое вооружение, снаряжение. Шапка у нее 56. Хорошо, сапоги у нее есть. Так, значит мы ей вот так вот даем. Вот так вот даем. Вот так вот даем. Моргенштерн даем. Копье даем. И одноручный рыцарский топор. Вместо кидалова. Вот так вот. Хотя, в общем, почему не дать ей кидалова? Может, не так будет погибать? Дадим пока легкие гарпуны. Так, ну что со щитом? Не знаю. Щит, тут скорость, размер 79, скорость 100. Здесь, значит, размер 79, скорость 61. Ну, так что мы оставим пока что ей тот щит, который есть у нее. Так. Походном арсенале. Моргенштерн, балансированный эльспис. Так, охотничья лошадь нам не нужна, ее надо продать. Назад, неважно. Угу. Значит, мы метель поднимаем повыше сюда. Где у нас тут конница? Лизолит. Выше борца уже будет конный лучник. Ага. И будем смотреть Алоена. Поговорим с Алоеном. В твоих навыках Алоен. Он 33 уровня. Ему тоже надо тяжелую лошадь. Алоен не так зависимый от этого самого. Поэтому мы сил 18 дадим. Харизмы дадим, наверное, 15. 12 интеллекта.
Еще два. Наверное, еще харизмы дадим. Так, ну вот теперь уже можно смотреть. У него, значит, будет верховая езда 6. Владение оружием 6. Мощный удар 6. И железная кожа 6. Так, значит, сюда мы 5 лидерства. Тактика 2. Обучение 2. Поиск пути будем давать на весь. Зоркость тоже на весь. Так, и что у нас тут получается? Перевязка ран. Вот так. Значит, это будет у Алоена. Вот этим одноручно ему. И древковое тоже, сколько сможем. Готово. Значит, на твою в походном арсенале. И что же мы Алоену в походном арсенале сможем дать? Ну, мы тут сможем дать же ему. Это уже латный доспех. Угу. У нас есть тут еще такая лошадь. Не, ну такую лошадь дадим. Рыцарского боевого коня. Значит. Сапоги у него есть. Копье ему надо. А, вот есть такой. Ну ладно, я пока ставим. Это у рыцарского боевого коня. Моргенштерн. Тяжелый Моргенштерн. Не знаю, где ему тут. А, вот такая крылатый шлем. Вот такой может дадим. Угу. Может, свадийский щит. И может быть одноручный рыцарский топор. Вот так вот будет примерно выглядеть Алоен. На твое вооружение, снаряжение. Да, у него вообще хороший шлем. Так что зря мы это самое. Так. Моргенштерн на тяжелый поменяем. Большое кавалерийское копье у него есть. Дадим ему лошадь. Дадим ему второй топор. Ну, пока что не будем, наверное, рыцарский щит менять. Пусть будет так. Так, все назад. В походном арсенале. Что у нас там? Ручная сабля. Зачем она нужна? Угу. Копья рыцарского нету. Ну, это где-то надо там искать у этих самых. Ладно. Эвигельского тоже оставим пока. Не важно. Вот он наш Алоен. И мы его отдадим Алоену назад. Готово. Шарис. Управлять гарнизоном. Отдаем Алоена. Готово. Ага. Сортировать защитников и Алоена в самый верх. Самый верх. Готово. Уйти. Ну и посмотрим теперь на Елену. Елена поговорит с тобой о твоих навыках. 33. Угу, значит, у ней. Вот так вот мы и сделаем. Так. Мы дадим 15 интеллекта. И у ней будет 18 харизмы или 19 харизмы. Ладно, сейчас посмотрим. Лидерство 6. Угу. Обучение 5. Мощный удар 5. Владение оружием 5. Владение щитом ей надо дать. Верховую стрельбу ей надо дать. Наш лучница, вот в чем дело. И, значит, и железную кожу ей надо дать. 11. Угу. Неубеждение 9. Ничего себе. Ага. Тактика 2.
Поиск пути. Перевязка ран, хотя бы двойку. Дадим 19 харизма ей. Не знаю, тройка у нас еще есть. 3 очка умения. Тактики у нее не будет с четверки никак. Не будет. Почему нет? И поиск пути еще, наверное, дадим 5. 5 поиск пути. И все, конечно, ей в лук. Ей все в лук. Ей. Все в лук. Одноручно она себе потом набьет как-нибудь. Все. Готово на твое вооружение и снаряжение. У меня здесь лук киргизского, отбалансированный вегирский, элитный кавалерийский, одноручный рыцарский топор. Нет, не пойдет. 35, шапка 56. Нормально. Назад на твое походном арсенале. В походном арсенале мы возьмем ей, значит, латный доспех. Сараницкий щит. Тяжелый Моргенштерн. Так. Нет, не латный, не этот латный, а вот этот латный доспех. Назад, на то вооружение, снаряжение. И мы даем ей щит. Даем тяжелый Моргенштерн. Даем ладный доспех. Так. Так, не так. Ну, надо рукавицы еще. Ну не знаю, что ей. Пусть пока будет так. Может, где удастся купить шапку какую-нибудь. Назад, на твое вооружение, снаряжение. Все. Неважно. Елену мы отдаем тоже в это самое. В Шарис. Мы отдаем ее в Шарис, управлять гарнизоном. Елену отдаем отдать, готово. И значит, сортировать защитников. И здесь мы Елену отдаем в самый верх. В самый верх. Все. Готово. Уйти. Значит, у нас в отряде еще надо сделать из баши 5 тяжелых всадников рыцарских. Я не знаю, хватит ли на них оружие, вооружение. Я не знаю, буду ли я это делать, ну, за кадром или в следующем видео. Да. Ну, пока что в этом видео все, да, все. Угу.